Привет, друзья и коллеги по хобби. В этот раз на обзоре у меня последняя модель пенника. Это прям новинка-новинка от Александра Логинова. Прежде чем я перейду к обзору этого замечательного пенника, я хотел бы поблагодарить спонсора этого выпуска, а именно магазин морской аквариумистики Life Corals. В этом магазине вы можете купить практически любую морскую живность, будь то кораллы, рыбы, беспозвоночные. Также вы можете купить в этом магазине практически любое морское оборудование, да, для морского аквариума. Будь то помпы течения, пенники, возвратные помпы, светильники. Ну, еще кучу всего разного можете заказать в этом магазине. Я напоминаю, что магазин работает с доставкой по всей России. Так что ссылочки будут в описании. Смотрите и пользуйтесь. От себя лично хочу сказать огромнейшее спасибо за то, что предоставили мне последнюю модель пенника от Александра Логинова. Большущее вам спасибо. Ну что, перейдем к обзору этого пенника. Хочется заметить, что человек, который изготавливал этот пенник, Александр Логинов, ну, очень сильно заморочился с технической стороны вопроса, именно чтобы пенник был, ну, точнее, КПД пенника было максимально высокое при своей помпе, да. То есть тут получается вот это вот, как раньше я называл бабл-плата, но это такое вот сотовое кольцо, то есть там мелкие соты сделаны, которые очень сильно, ну, точнее, совсем гасят турбулентные потоки именно в корпусе пенника. Плюс тут сделан такой очень равномерный выхлоп, то есть четырехлопастная система, которая не одной струей поднимается где-то, да, а распределяется с четырех сторон очень равномерно, то есть ток, поток воды выходит. Так, сначала я бы хотел сказать по внешним данным этого пенника. То есть выглядит он такой вот, ну, серьезный, да, черные цвета, черный с красным, акрил, точнее даже бордо, глубокое такое красное. Выполнен он в форм-фактор трубы. Выхлоп воды у него со дна, также и забор воды у него идет со дна, только эти потоки разделены. Чуть позже покажу. То есть пенник довольно компактный. И как ничего лишнего у него ни с какой стороны не торчит. Это мне уже очень нравится, потому что вот эти вот пенники, которые где трубы регулировки, они вечно куда-то, ну, мешаются, да, там туда они упираются, сюда. А у этого пенника основание, то есть и габариты, ну, труба. То есть ее поставил, и она стоит, хочешь как ее верти, то есть ничего нигде упираться не будет. Очень классно. Также тут получается такая огромная чаша. То есть она идет как, наверное, продолжение корпуса пенника. То есть если обычно у других пенников получается, что чаша где-то наверху и корпус еще длинный, да, то у этого пенника получается сама чаша идет как корпус. А все за счет того, что выхлоп пенника, вот именно где воздух, пузыри выходят, да, эти точки находятся максимально низко ко дну пеннику. Тоже очень классно просчитано, то есть габариты пенника стали меньше, высота, а производительность осталась та же. По-моему, очень здорово. Конечно, такая чаша, блин, ну, не знаю, на 2 недели ее точно хватит. То есть она, ну, реально огромная чаша. Я тут, правда, уже своими жирными руками тут все заляпал. Ну, что ж, по-другому никак, жарко. То есть чаша действительно огромна. Чаша по размеру даже чуть больше, чем сам корпус пенника. Это здорово. То есть хватит такой чаши, ну, на 2 недели точно, то может быть и больше. Хотя я бы рекомендовал раз в неделю опорожнять чашу пенника, чтобы лишних запахов не было в комнате или в тумбе, да. Ну, неприятно может пахнуть этот скимат. Так, по изготовлению, да, то есть качество изготовления. Ну, акрил. Ну, довольно такой толстенький акрил. Скажем, мне вот если сравнивать, у меня в Макспекте крышечка немножко потолще, но вот этот акрил, он тоже такой довольно толстенький. Сама чаша, вот чаша прям, ну, такая серьезная акриловая. То есть, ну, давайте будем сразу говорить о том, что это мелкосерийное производство. Это не большой какой-то бренд, да, а именно мелкосерийное. И, скажем, вот за счет того, что это мелкосерийное, да, ну, может быть, есть где-нибудь какие-то огрехи, можно, то есть видно в стыке там где-нибудь чуть-чуть клей, да. Но, как, по-моему, на внешний вид это не влияет. То есть я вот тут сейчас вот вижу то, что оно как бы тут проклеено вот так вот.
Ну, на некоторых брендовых пенниках то же самое, где-нибудь клей может быть проступать. То есть хорошее качество акрил, хорошая подгонка деталей. Распечатана вот эта вот, допустим, горловина, вот эта вот часть, вот это вот сотовое кольцо, плато, тоже распечатано на 3D принтере. И еще хочу сказать, я как в предыдущем обзоре говорил, то, что вот когда пенник идет, корпус у него, да, вот эта вот ступенечка, и снизу там тоже под 90 градусов, то, что как бы можно было бы сделать закругленную, да, как конусом. Так тут вот именно и сделано закругленное, да, вот это расстояние, там идет как бы такое вот полукруглое. То есть это очень здорово. Регулировку у пенника. Вот такой вот вертлюшочек тут сверху. Регулировка, хочу сказать, довольно тугая. То есть не всегда получится ее одним пальцем. Надо двумя прилагать усилия. Но я думаю, регулировка довольно точная. В принципе, регулировка вот сделана довольно удобно. Даже вот с одетой чашей. Хоба. То есть регулируешь нормально. Ну, приходится прилагать усилия. Регулировка довольно тугая, я хочу сказать. Ну, плюс это же еще на сухую, пока он в воду не погрузился, да, поэтому она может быть еще тугая. Так, ну а теперь перейдем к техническим характеристикам и особенностям этого пенника, потому что изготовитель нам указывает, что этот пенник, ну, фактически, скажем, уникальный. То есть другие производители так сильно не заморачиваются по поводу технической стороны вопроса. Так, тут установлена четырехспиральная камера насоса с идеальной геометрией, туннельная решетка обеспечивает максимальное подавление турбулентности потоков, стабильность и высокую производительность. Ну, как бы, глядя на это, я не могу не согласиться. Беструбное всасывание и выход воды со дна скиммера. Тоже чуть позже сейчас покажу. Оригинальная регулировка заслонки. Это вот этот вот у нас вертлюшок. Гибридная крыльчатка. Тоже покажу, когда помпу будем доставать. И как сейчас, восьмикамерный глушитель, звуковая петля. То есть вот этот вот воротничок весь по кругу, это у нас идет глушитель. По-моему, круто придумано то, что весь вот большой глушитель, значит, он должен быть тише. Это мы тоже попозже посмотрим. Ну, минимальные размеры, да. То есть у нас идет просто труба, ничто нигде не выпирает, ставится в самп. И, кстати, он сделан на помпе Jabao MDC. Ей можно управлять с планшета, телефона. Можно выставлять график работы, да, там, чтобы ночью она потише работала и на какое-то время, допустим, выключалась, если это надо. Тоже, по-моему, очень здорово. Допустим, если пенник вам кажется громким, если он стоит возле кровати, да, то на ночь можно его запрограммировать, чтобы он работал в полсилы, да, а поутру, чтобы мощность опять возрастала, чтобы это было скажем, в автоматическом режиме. По-моему, очень здорово. Так, ну еще к характеристикам, как я уже сказал ранее. Помпа здесь Jabao MDC 28 ватт. Производительность по воздуху 1000 литров в час. Производительность по воде 2000 литров в час. Рабочий уровень по воде, по погружению пенника, да, в отсеке 15 сантиметров. Ну, лично для меня это минус. Вот именно для меня, потому что у меня уровень воды в сампе 21 сантиметр, то есть мне придется использовать полочку для него. И полочка, скорее всего, должна быть ну, плоская. Объясню почему. Так, по габаритам самого пенника диаметр 22 сантиметра, то есть что с этой стороны, что с этой, то есть футпринт у него 20 на 20, грубо говоря. И высота всего 40 сантиметров при такой производительности, то есть он довольно компактный и производительный. То есть на 500-литровый аквариум замечательно, довольно маленький пенник для таких объемов. И сразу хочется сказать ориентировочно по цене этого пенника. 33 500 он стоит. Много это или мало, судить вам. Как по мне, это средний ценовой сегмент, потому что уже можно сравнивать, вот, допустим, с моим Макспектом вот этот пенник. Но он производительнее, хочу сказать сразу. Так, ну теперь давайте
покрутим его в руках, посмотрим на него. Чаша снимается довольно легко. Здесь просто акрил с такой ступенечкой сделан. Здесь уплотнительное резиновое кольцо. Так, чашу мы пока отставим. Так, вот что я говорил про выхлоп. Вот с этих сторон у нас идет, да, вот именно сюда, в эту сторону. И забор воды идет у нас вот по центру и с этой стороны. То есть он всасывает. И для того, чтобы пенник работал максимально эффективно, подставка под него должна быть плоская. Ну, типа как, чтобы на стекло он ставился. Чтобы разделять вот эти два потока. Чтобы один всасывал, чтобы они не смешивались между собой. То есть, вот как он стоит, да, на плоской. То есть, подставочка из решеток, как мы обычно это любим, да, уже здесь не подойдет. То есть должна быть подставка либо из акрила, либо там на стекло его поставить. Так, регулировка у нас, не знаю, видно будет, не видно. То есть вот регулируется он у нас таким вот образом. Ну, регулировка будет довольно плавной, потому что сколько здесь у нас отверстий регулировки? 4. Я думаю, будет довольно плавно регулировать. Так, ну и хочется сказать по поводу разборки пенника. Разборка простая, но занимает определенное количество времени, хочу сказать сразу. То есть он разбирается не так прям быстро, как пенник от MaxPec. Ну, я буду все пока что пенники сравнивать со своим, который у меня сейчас стоит. Но при этом он тоже разбирается довольно легко. Просто надо потратить чуть побольше времени и все. Так. Тут у нас, кстати, забор воздуха идет. И сразу уже можно подключить сюда какой-нибудь шланг для выхода на улицу, да? Также для того, чтобы вытащить помпу, у нас тут внутри, видно, идет силиконовый шланг. То есть от одного входа, потом воздух проходит тут по кругу, и внутри он выходит с этой стороны. Нам надо сначала снять силиконовый шланг вот с этой вот трубочкой красной, она там вставляется. Потому что если трубочка вот эта вставлена, помпу вам не получится провернуть, или вы сможете сломать, допустим, да? То есть сначала вынимаем вот эту вот трубочку красную, а потом уже выкручиваем помпу. Хоп. Так, сначала надо подтянуть провод, а то его что-то тут затянул прям так конкретно. Так, просто берем и вынимаем нашу помпу для чистки. То есть это вот не полная разборка пенника. Мы просто взяли, достали наш ротор. Сейчас поставим пока сюда аккуратно. И почистили его. Кстати, крыльчатка довольно большая и она гибридная. Тут такие микроволоски еще на ней сделаны. И плюс тут не просто такие вот, как палочки идут, а они соединены между собой. То есть поэтому крыльчатка называется гибридной. Вот такого плана. Ну, я думаю, когда мы будем чистить это колесо, крыльчатку саму, все вот эти волоски, которые очень заботливо были там сделаны специально для того, чтобы пенник был попроизводительнее, мы можем зубной щеткой, конечно, удалить. Угу. То есть мы почистили и помпу внутри почистили. Все это дело поставили назад. Давай, вставляйся. Хоп. Поставили назад. И лучше вот так вот боком, чтобы никуда она не девалась, там не соскочила. Вставляем помпу назад. И проворачиваем там буквально на 15 градусов. Потом, если надо, провод отодвинули. Угу. И вставляем обратно. Это так неудобно будет вставлять. Сначала я выну эту трубочку. Там есть специальное отверстие. Чем удобнее его будет ставить пинцетом, чем пальцем туда пытаться тыкнуть. То есть пинцетом вставил, пальцем надавил и одел шланг назад. Все, как бы помпу мы почистили, и пенник заново готов к работе. По поводу полной разборки пенника.
понадобится шестигранничек. У меня он есть. Ну, полную разборку пенника, конечно, делать вы будете вообще не часто. Не знаю, раз, наверное, в полгода в лучшем случае. Короче, процесс тот же самый. Вынимаем сразу этот шланчик, снимаем. Так, что нам теперь нужно сделать? Переворачиваем. Тут, я не знаю, либо это нержавейка, либо титановая. Ну, скорее всего, нержавейка, наверное. Точно не могу сказать. Винтики. Откручиваем их для полной разборки. То есть тоже тут нет как бы ничего сложного абсолютно. Просто, да, придется потратить время на это. То есть не, скажем, минуту, а для полной разборки, ну сколько? Ну, 3 минуты. Это никуда, если никуда не спешите, вот как я сейчас разбираю, да. То есть все интуитивно понятно. Так, вот эту ножку мы вынимаем, снимаем. Это ножка-разделитель потока, да? Так, тут еще не открутил. То есть качественные болтики под шестигранник. Так, чтобы их не потерять, положу сюда. То есть вот это вот мы сняли. И теперь мы можем аккуратненько. Так, давай. Аккуратненько снять вот эту вот часть. Основание, так скажем, да? Это у нас корпус пенника. Тоже мы уберем вот сюда. Такс. И для полной, прям вот совсем для полной разборочки. Сейчас мы куда тут? Ага. Берем. Провод мы вытаскиваем. Это вот мы снимаем. Это регулировочное колесо для выхлопа. Ну, не колесо, а регулировочная плата, наверное, да. Так, потом берем. Так, это мы вытащили. Отворачиваем помпу. Так, и чтобы вытащить нам провод. Тут есть специальное отверстие большего диаметра. И мы просто вытаскиваем, да, вот это вот. То есть все, помпа у нас. Вот, мы ее сняли для чистки, там, если полная чистка будет, так я пока ее уберу. Так, и в общем, нам самую интересную часть этого пенника, вот мы ее таким образом откручиваем. Сейчас я вам покажу. Открутили эти винтики. То есть, самое... Крутая часть в этом пеннике, это вот это. Она полностью распечатана на 3D принтере. Здесь сделаны вот такие вот соты, если вам видно. И вот это вот, как она, четырехлопаточная часть, которая равномерно с каждой стороны распределяет поток. То есть у вас не с одной стороны откуда-то поток, вот это завихрение выходит, а сразу с четырех, и причем по направлению. Ну, конечно, это очень классно сделано в плане... Вот, придумки, задумки такой. Действительно. И вот эти вот соты, сколько у нас приблизительно, 1,5 или 2 сантиметра. То есть они должны полностью гасить турбулентные потоки, чтобы их не было вот этих завихрений в пеннике. Это дает более стабильную работу. На мой взгляд, ну, здорово. Ну, что я хочу сказать. Пенник в обслуживании, ну, довольно удобен, да. Из минусов то, что мне в нем вот на данный момент не понравилось, пока я его собирал, разбирал и крутил в руках. Единственный минус пока что для себя, я могу сказать то, что довольно тугая регулировка выхлопа. Вот это мне не очень понравилось в нем. Хотя, в принципе, я думаю, если он переработается, да, в воде будет смажиться более-менее, да, он, может быть, будет работать лучше, вот эта регулировочка. Потому что, ну, 2 пальцами приходится прилагать усилия, чтобы регулировать. Хотя, допустим, если как вот судить по моему макспекту, я поставил одну регулировку и вообще ее не трогаю уже, наверное, 2 месяца. То есть только на контроллере прибавляю, убавляю. А так, в принципе, там регулировку не трогаю. Так же и здесь, наверное, будет. Ну и тоже, наверное, второй минус для себя в этом скиммере, то, что нету силиконовых ножек. Но
Их тут силиконовые, наверное, и не сделать, потому что вот эти вот пластиковые ножки должны прилегать плотно к либо к дну сампа, либо к дну подставки под пенник, чтобы разделять два разных потока, входящий и исходящий из этого пенника. Также хочу сказать, что именно вот этот пенник вы можете приобрести у меня со скидкой в 1500 рублей. Скидочка чисто на то, что я его пару дней поюзаю, да, посмотрю, как он работает, ну, потому что мне интересно, да. И можете приобрести его у меня в течение недели, скажем. Если в течение недели я его поюзаю и покупателя на него не найдется, то я его отправлю обратно в магазин, и он будет у них работать где-нибудь в их аквариумах. Ну и в дальнейшем сейчас мы посмотрим, как же он работает, насколько тихо он работает, да, не бесится ли он или еще что-нибудь. В общем, сейчас будут испытания водой. Ну, вот так вот пенник выглядит в моем сампе. Поставил его на полочку. Там, не обращайте внимания, что там вот эта вот решеточка. На самом деле на решетке идет стекло, и он работает правильно. То есть уровень рабочий соблюден. Ну, что хочется сказать по поводу пенника. Пену он, конечно, выдает, ну, блин, шикарную. То есть на самом деле вон видно, где идут турбулентные потоки, да, раскручиваются вот они. И выше там уже идет вертикально. Не видно, конечно. В общем, пенит он замечательно. Не, на самом деле пена прям вот с самого начала пена пошла. То есть он не прирабатывается, ничего не бесился. Выхлоп на половину сейчас закрыт. Мощность, сейчас я скажу. А мощность поставил на максималку. Хотя можно даже, мне кажется, снизить мощность до 50% и прикрыть еще немножечко выхлоп. Так, поговорили то, что он пенит замечательно, да, никаких вибраций он не издает, все супер, в общем, я доволен. Но есть один маленький нюанс, который меня, допустим, не устраивает. Тут вот маленькая пимпка, ее мы вытаскиваем, и пенник становится громким. Вы скажете, зачем ее вытаскивать, да, вставь обратно. Я ее вставляю обратно. Сейчас мы ее вставим. Все. И он немножечко, вот в таком положении, немножечко погромче макспекта. То есть ночью я его буду слышать. И даже сейчас мы убавим, там, допустим, до 30%. Но до 30 он не пенит толком. Ладно, до 50 прибавим. Все, поставил 50%. И он немножечко громче моего макспекта. Как бы у людей, у кого возле кровати аквариум стоит, да, будет слышно. Но при этом удивительно. Сейчас покажу, как это все легко решается. Так, ну и решается это дело. Просто мы одеваем шланг на эту красную пимпочку. Воздухозаборник который. И пенник у нас абсолютно бесшумный. То есть тут я еще на всякий случай поставил вот такой вот, допустим, как глушитель он идет, но и без него. И вот в таком положении, если одет шланг, вот он от пенника идет воздухозаборник, да, он гораздо тише, чем мой макспект. Это на самом деле, я не знаю, как мне к этому относиться. Это вроде и минус, то, что без шланга он слышно его, да? Он не такой прям вот тихий, как я рассчитывал. Вот он. Шланг. И в то же время подключаете простой шланг, трубку куда-нибудь повыше выводите, и все, он абсолютно бесшумный. Вот от слова совсем. Блин, я даже не знаю, хорошо это или плохо, то, что он без шланга его слышно, а со шлангом он абсолютно бесшумный. Сейчас мощность у него на 100%. Ну вот, ну,
прям его практически не слышно вообще. Я, конечно, поднесу к микрофону, так будет слышно. Микрофон усиливает звук. Но вот так вот на расстоянии вытянутой руки, вот сейчас я помолчу. Блин, его не слышно. Даже шланг, мне кажется, в любом случае надо будет одевать. Почему? Потому что когда возврат отключится, вот у меня, допустим, да и у многих, уровень в этом отсеке поднимется, и он дойдет до трубки воздухозаборника, вот до той вот, и глушитель насосет в себя воду. Это не есть хорошо. Поэтому, касательно, что касается этого пенника, мой совет: покупайте вот такой вот шланг с внутренним диаметром, силиконовый шланг с внутренним диаметром 5 мм, который растягивается. И крепите куда-нибудь в тумбе. А еще лучше, допустим, вот такие вот глушители. Он с ним еще тише будет. Я на MaxSpec таких две штучки установил. Нормально. В общем, сейчас парочку дней пенник у меня поработает. Я посмотрю, как он будет пенить. Но уже сейчас я хочу сказать то, что пена у него довольно густая. Не знаю, видно, не видно будет. В общем, пена будет густая. Так, сейчас мы чашу снимем. И тут видно. Так, сейчас момент запуска покажу. Так, включаем пенник. Хоба. В общем, пошел пенить. Слышно, пузыри лопаются. Но вот, в целом, годно. То есть пузыри он никуда в самп не гонит. Все тут нормально с этим. Хотя пенник новый только из коробки, да, я его ополоснул и поставил работать в самп. Ну и как, я думаю, надо использовать вот этот вот воздуховод, как раз таки все-таки для шланга, чтобы он был идеально тихий, этот пенник. Вон шланг пошел вверх, потом он у нас пошел вверх, и вон там глушитель. И всасывания воздуха вообще нет никакого, то есть абсолютно тишина. Ну, в заключение хочется сказать, то что пенник работает сам тихо, вибраций никаких не передает. Чаша, как видите, у него огромнейшая. Пена получается изначально уже, то есть у нового прям густая, хорошая, не бесится. А пузыри при открытом выхлопе он не гонит сильно в самп. Сейчас выхлоп закрыт на половину или чуть больше. Единственный нюанс, учтите, что надо будет подключить вот такой вот шланг. Вот этот вот. С ним он идеально тихий. Ну как, его чуть-чуть слегка слышно. То есть это не то, что вот всасывание воздуха прям... Нет, такого нету. А просто вот как будто вот пузырьки хлопаются, да? Хлопаются пузырьки. То есть учтите, что к этому пеннику лучше подключить шланг, и он будет прям тихий. Вот на данный момент он сейчас тише, чем мой MaxSpec. Это я точно вам говорю. Причем уверенно тише вот со шлангом. Прям уверенно тише, чем MaxSpec. На мой взгляд, пенник годный. Если вы меня спросите, купил бы я бы себе такой? Да. Единственное, что под него нужна подставочка акриловая, чтобы уровень рабочий был 15 сантиметров у него, как раз вот по вот эту черную каемочку. И все, все супер, пенит. Плюс можно управлять контроллером через Wi-Fi, график задавать, чтобы когда надо он отключился, когда надо включился. Если вы там дозируете какие-то элементы, когда, если при дозировании этих элементов надо пенник выключать. По-моему, очень удобно. Пока что пенник мне прям нравится. Кроме вот этого нюанса, то что как только ты вынимаешь шланг с этой красной пимпочкой, он прям слышно его. То есть прямо вот в комнате, где вы спите, вы не сможете его так использовать. Пимпочку вставляешь, он становится вот красную только, да? Кусочек трубочки вставляешь,
он становится на порядок тише. Прям тише-тише. А если трубочка это еще с шлангом, то не слышно вообще. Замечательно. Спасибо за просмотр этого видеообзора. Если видео оказалось для вас полезным, то ставьте пальчики вверх. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то подписывайтесь и оставляйте комментарии, ставьте лайки. Потому что чем выше активность на моем канале, тем, соответственно, чаще будут выходить подобные обзоры на какое-то либо оборудование, либо еще на какую-то тему. Потому что, смотря по вашей активности, я понимаю, что, допустим, контент вам заходит, и я снимаю что-то подобное. Также у меня новость для моих подписчиков. Я решил, что в принципе уже можно и пора просить вас, ну как не просить, а дать вам такую возможность поддержать мой канал рублем. Что это значит? Допустим, где-нибудь в комментариях, не в комментариях, в описании оставляю номер своей банковской карты. И потихоньку от вас, при вашем желании, получаю от вас донаты на развитие канала. Потому что, скажем, пересыл оборудования, которое я беру на обзор, да, тоже стоит каких-то средств. А на развитие качества контента тоже нужно какое-то оборудование, которое тоже стоит каких-то средств. Это абсолютно не обязательно, да. И без ваших донатов все равно будут периодически видеоролики выходить. Но с вашей помощью я смогу сделать контент немножечко лучше, да, и немножечко чаще его выпускать. Я не говорю про еженедельные какие-то выпуски, да, потому что вряд ли я смогу каждую неделю выпускать по видеоролику. Но то, что я буду снимать почаще и более полезный контент, да, это факт. Так что надеюсь на ваше понимание, я как бы не клянчу у вас деньги. Если есть у вас такая возможность, да, почему бы не поддержать, да? Если нету, то это абсолютно не обязательно. Видеоролики будут и так выходить. Спасибо за понимание. Всем пока.